иноземцев. Подписывай. Условно-досрочное освобождение и на выход. В смысле? Ты правда думаешь, что, ты вышел? Мы все, счастье, что ли, привалит? Ты кто такие? Каперы? Сосунки малолетние. Миллионами воротим, сука! Лично закопаю. А вот это мы еще посмотрим. Ой, а я вас ждал. Хуяра, давай! Москвич, стреляй, прокрути, хуяр! Стреляй, 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 скотина! Вон он, стреляй! Да я! Да куда ты? Ниже бери! Блядь, москвич, ниже бери! Стой, ниже! Ты где был? Стой, скотина! Блядь! Сука, блядь! Тебя только на охоту брать! Да я не просился, ты сам меня взял! Блядь, полтора часа за этим ебаным ежиком гонялись, блядь! Че, пошлю, не можешь, блядь, хуйня круглая бегает, блядь, стрельни разок, вот! Вот, блядь, пам-пам, блядь! Ну тогда сам бы стрелял! А за рулем кто поедет? Ёжики ебаные юрки, быстрые, блядь! Как тебя, блядь, пешком не догонишь? Ты бы за руль, что ли, сел, блядь? Да ты бы не попал сам! Я бы сам не попал? Нет. Дай сюда кепку твою. Смотри! На! 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 Да сундук, она там застряла! Сука, блядь! Полобоем на этого ебаного ёжика, полобоем на кепку твою, блядь! Все, разжигай костер. Я за зайцем. Вот, видишь, как на охоте заебись? А ты ноешь, блядь. Ага, конечно, хорошо. Если бы я курицу гриль не взял, то так бы голодными остались. Заебал ты. Я взял. Че ты, блядь, нас одел? Перетягиваешь, что я. Прям, блядь, с голоду бы сдохли. В лесу вообще похуй, вообще можно корой березовой питаться, блядь. Все, я. Ты вот в какой раз на охоте? Первый. Вот видишь? А я в общей сложности, если сосчитать, лет 5 в лесу провел. Ебаный военкомат, блядь. Класс, в Москве все просто. Буква М, значит, метро, блядь. Заходишь. Стрелочка налево, направо, улицы все указаны, блядь, светофор, хуйер. Все просто, как для долбоебов, значки наставили, и вы, блядь, ходите. Здесь ты хуй сориентируешься. Дай ножку. На, жопу куся. Да дай ножку. На, жопу, блядь. Да дай ножку. Жопу, на. Да не буду. Ну все тогда. Ну, блядь, ориентируешься еще в лесу, в пространстве. Я тебя сейчас научу. Смотри. Вот в какой стороне Пенза? Куда домой вернешься? Ну, туда. Хуй. Ну, в смысле, Брянск. Там Брянск. Ну, значит, там. Волчья тропа. Загрызут нахуй. Ну, туда тогда. Там медведь выебет. Откуда знаешь? Начальник тебе потом расскажет, у меня спросит. Я же говорю, блядь, в лесу я ориентируюсь, заебись. Вот пока я, блядь, с тобой, я тебя научу. Пойдем. Вот этот. Чей след? Не знаю. Лося нахуй. Вот этот чей? Ну, пусть будет лисы. Ну, похоже на лисы, да. А вон, видишь, блядь? Вон, видишь? Ну? След кабана, нахуй. Какого кабана? Сундук, это человеческая нога, след. Я тебе говорю, блядь, значит, начальник где-то по лесу ходит. Засекай. Сейчас эта морда прям вот на запах курицы гриль, смотри, через минуту появится. Он где-то здесь, вот по следам, понятно. Вот пока он идет, я тебе про GG Poker TV расскажу. Че еще за GG Poker TV? Ну, короче, когда тебя и начальника нет рядом, мне скучно, футбол надоел, передачи все эти настоебали, блядь, по телеку, я GG Poker TV смотрю. GG Poker TV. Тут и мировые покерные новости, и стримы сражений с лучшими русскоязычными комментаторами, разборы игр, покерные советы и постоянные розыгрыши подарков только для подписчиков. Смотри GG Poker TV. Тут есть и битвы профессионалов за огромные деньги, и разборы финальных столов обычных игроков, таких как мы с вами. Топовые комментаторы и спортивные аналитики теперь работают с покером на GG Poker TV. Переходите по ссылке под видео и обязательно найдете что-то полезное и для себя. На, пизданешь жопу. Нет. Да на! Да нет, на, пиздани, пизданешь. Судаков! Здорово! А вы что, курицу гриль едите? Я тебе сказал же, учует! Вот у него, смотри, нос, блядь, что учует? Вместо носа пылесос, блядь, всасывает, втягивает все. А ты что тут по лесу? За желудями? Каким желудями? Каким желудями? Что опять, короче? Ты не видишь, а вон,
в этих соревнованиях участвовал там среди отделов по спортивному ориентированию. И чё, какое место занял? Да я проиграл, наверное. Как ты понял? Соревнования 4 дня назад были. Вот все хожу по лесу тут, брожу, вот вас нашел. И ты 4 дня по лесу ходишь? Проголодался, пиздец, да? Конечно, проголодался. Я одну дорогу выбрал, вот по ней иду. Главное, вот туда не поворачивай, потому что там, это, там медведь. Я тебе говорил, понял, да? Потом это, на роднике воды попил, и вот вы. На роднике точно. Не с кабанью, а копытца попил. Да, какую кабанью копытца, а? Все. Че ты городишь? Мне поесть сейчас что-нибудь это. Знаешь, как этот желудок у меня... Сосет? Сосет? Вот, блядь, Москвич, сосет скорее, блядь. Ты заколебал свой рот, куда попал, не в то место сувать. Все, все. Видишь, люди разговаривают. На, жопу укуси. Да, убери что-нибудь. На, жопу. Убери эту жопу. Давай, начальник, короче, дам тебе пожрать при одном условии. Каком? Если ты сделаешь так, чтобы я к тебе больше отмечаться не ходил, все заявления, все штрафы на меня порвешь, не смотри, блядь, все штрафы аннулируешь, и вот Зинка, которая последняя написала, тоже порвешь за вот это, за проникновение. В хату? Ну, почти... Ну, проникновение было, короче. Я туда как домой хожу. Бывает, даже тапки не снимаю. Ну, давай, давай, ладно, договорились. Это, можешь не ходить, не отмечаться, я за тебя распишусь сам там. Роспись мою помнишь, да? Конечно, помню. Адидас. Три полоски не забудь. Не забуду, не забуду. Все, давай, поесть. Блядь, разбогатею. Кроссовки себе адидасовские куплю, блядь. Газели. Ну, дай поесть, а. Блядь, сразу поесть, поесть, блядь. Жопу будешь? Нет. Да тебе похуй, ты жопу будешь, блядь. Давай, короче, если сшибешь кепку у москвича, все, дам полкурицы. Давай, ружье сшибу. Ебать, крутой, дай ружье. Шишкой он сшиб, а еще патроны, блядь, я на эту кепку не тратил. Давай шишкой, на, держи. Давай. На, держи все. На, держи, что ты нормально. Давай, смотри. Работает. Угадал? Че? Нихуя себе, начальник, как так дело, блядь, шишкой шип? Конечно, когда только вот работать устроился, у меня сразу табельно отняли. Я этих алкашей то палками, то шишками, я знаешь, какой метки. Все, давай полкурицы. Полхуёрицы тебе, да, Саша, дай сюда курицу. Блядь, ружьё бери, дай, тихо. Ну дай курицу, не ложь, сундуков. Велосипед бери, блядь. Я тебе велосипед не отдам тогда, слышишь? Дай курицу. Да он мне нахуй не нужен велосипед твой, блядь. Ну дай же курицу, блядь, я старался. Только, шишки, только куриное очко могу дать, только очко. Опа, тихо, не вырубайте видос, братва. Если понравилось, то обязательно ставьте внизу там палец вверх, пишите комментарий, колокольчик, подписки, все как нужно на ютубе, все так и делайте, братва моя родимая. Вот наши инстаграмы, обязательно на них подписывайтесь, потому что такие приколы, ё-моё, нигде таких больше не найдете. Вот москвича инстаграм, вот начальник инстаграм, вот мой инстаграм, давайте. Чтобы лям, блять, у всех там был. Еще у меня есть телеграм, ссылка тоже там, под видосом. Братишечка, в телеграме общаюсь с подписчиками, отвечаю там видосиками, голосовухами. Вот, нашел то место, где напрямую с подписчиками я контактирую. Потому что директ заваливается в инстаграме, там непонятно, что кому. А там прям все, вот, самые мои лучшие все там. В конце прошлого видео мы просили вас написать 3 правила в общаге сундука, какие должны быть. Вот этот комментарий самый прикольный, самый веселый. Ему подгончик мы и отправляем. И новый движок для наших подписчиков. На протяжении всего ролика 25-м кадром появлялись слова. Их нужно найти, собрать из них целое предложение и написать его в комментарии. Мы случайным образом выберем победителя и отправим ему рубалек любым удобным способом. Так что давайте пишем в комментарии и смотрим наш видос. Еба, все ебло в курицу. Вкусное очень, если... Там у этого Тинтель-Винтель тоже какие-то видосы вышли на канале, пилит. Да, кайфы там. Заходите, смотрите. Давай.